В Владимирской области два человека получили травмы, катаясь на тюбинге. Об этом сообщают владимирские полицейские. Оба происшествия случились в новогодние праздники. В деревне Красный Огор Киржачского района ватрушку привязали к мотоциклу. Покататься таким образом решился 18-летний парень. Ничем хорошим это не кончилось. На повороте тюбинг занесло, ватрушка влетела в дерево. Молодого человека с переломом бедра госпитализировали. А в селе Кусунова 9-летний ребенок катался на тюбинге с горы и вылетел на проезжую часть. В этот момент его сбила машина. В селе Кусунова на улице Центральной водитель автомобиля Volkswagen Polo 1975 года рождения допустил наезд на ребенка 2011 года рождения, который на ватрушке скатился с горы на проезжую часть. В результате ДТП мальчик находится на амбулаторном лечении. В госавтоинспекции напоминают, кататься на тюбингах по проезжей части запрещено. Нарушителю грозит штраф 800 рублей. Кроме того, к административной ответственности привлекут и водителя, который прицепил ватрушку к своей машине.